Всем привет, с вами Хантер, и мы продолжаем великолепную игру под названием Inside. В прошлый раз мы циклопу пизды давали, да. Или кому там, Гектору. Кто там, блядь, этому Ахиллесу в пятку-то щипанул. Такс, нахуя мы вниз идем? Ну ладно, в катакомбы какие-то. Цель таки не ясна. Хуй знает, что мы делаем, что мы творим. Но пацан знает. Так что мы поверим пацану, пацан пиздеть не будет. Так, тут тупик. Идем, пацан дорогу знает, пацан все расскажет в конце, скорее всего, я надеюсь. Ну, 50-50, скажем так. О, кто-то варит. Блять, там собаки кого-то жрут, пацан. Сейчас придется бежать. Не поможет, и сейчас поуже так хлюп-хлюп. А, они тупые, да? Ну ладно, пусть кушают кого-то. А мы туда двинем дальше. Ах ты ж... А, ну похуй нам в воду. Бульт. Он прикольно взаимодействует еще с этими, смотрит на всякую эту... На всяких врагов. Типа такой палец, чё за хуй? Внизу отражение труп как будто. Ах ты ж сука крашеная. Почти, почти. Да отъебись ты нахуй. Сучка драная, блин. Так, а как наебать? А! Ах ты ж сука. Я этого не ожидал. Так, ну туда мы не успеем добежать по-любому. Собака быстрее нас. Но мы можем ее наебать по-другому. Оп. А? 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 Ха-ха, хуй тебе. Все, давай, буэну. Встретимся где-нибудь в другом месте. Греби, греби, сучара. Так, там вроде вода была, или что там было? Блядство. Пацан, оба. Сосите имбирь. Пацан, быстрее, 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 быстрее. Ломай, 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 ломай. Пацан. Блядь. Втроем нахуй меня жрут, бля. А, я дебил тупой, надо было назад. Сука, не лайте, сука, ебаный. Оба. Назад, 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 назад. Оба. Давайте, давай. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Готово. Давай, парень. Ломай. Съебаем, парень. Съебаем. Оба. Оба. Тупицу, блядь, из мозгу и нахуй. Давай, давай. Любишь, сука, перекусывать шею, люби перекусывать, блядь, я не знаю, что арматурину как-то. А, не тупи, парень. Давай. Оу, еее. Holy shit. Умудрились ебаться, умудрились. Близко было, близко. Так, что это уже, подводные лодки какие-то? Куда мы идем, парень? Мы вообще из лесу начали. Мы что, какой-то новый прототип, блядь, суперчеловека, которого убивает каждый встречный? А, блядь, отъебись! Все, придушил, прибил нахуй скорее. Так, ладно, посидим пока здесь. Непонятно, что за хуйня. О, мы у вас лодку сейчас пиздим.
Вы там идите, там чай попейте, побухайте. Давай, давай. Сайонаро. Мудоёбы, бля. Спиздим вашу гигантскую водку. Оба. Так. Спиздили. Так, скорее всего, прям на дно куда-то. Развернись, парень, да? Теперь мы играем в сапёра, блядь. Так, тихо. А, ниже. Это какой-то корабль, да? Мы на Титанике теперь точно. Так. Ага. А я... А. Мне не показалось, что там воротина. Он просто ее сам открыл. Окей. Так, вниз. Ломай. Так, не понял. Вау! Прикольно. Я думал, ты ракетку там пустишь или еще ничего-нибудь. Хуя себе. Мы явно где-то пиздец как где. Нам вниз? Прикольный шарик такой. Отовсюду воздух типа выдувается, и мы такие движемся. Парень. Мы что, к Тулху идем? Или к кому? К Нептуну? Куда мы идем, парень? Кому? Что это? А, это трещины, блядь. Бум, нахуй! Она моргает. А, нет, нормально. Я думал, уже все пизда, типа. Там вон свет работает, по-моему. Да, мы движемся на супер классной ядерной лодке. Ну, ее можно назвать ядерной. Она потому что работает как ядро. Въебывается куда-то. А, это проектор, да? Типа до сих пор, или это стекло? Так. Ага. На дно. Уи! Так. Уи! Бум, бич. Парень, а если водка сейчас, короче, наебнется, и мы тут останемся навеки вечны? Потому что она уже как-то моргает и тухнет, нахуй. Ладно, я не понимаю, но ладно. А, я, наверное, зря это делал. Понятно. А чё, нам не вон туда, что ли? Так, ладно, залезь. Я хуй знаю, что делать. Не, не сюда, да? Так. Непонятки. Стенка. Окей. А, там типа щелка, да? А, вот так. Бля, прощай, лодка. Ядерная, ядреная. Классная лодочка. Так-с. Давайте только без подводных каких-нибудь тварей и стаи крыс голодных.
А, нитка. Вижу нитку. Оба. Или наверх. Не отпуск! Напугал, блядь. Так, а ну вверху что-нибудь есть? То я вижу решетки какие-то. Можем вылезти? Да, можем. Я уже думал, просто в окно надо ебаться. Так, есть что-нибудь тут? Там все прямо, прямо. Ну, скорее всего, смерть, я понял. Скорее всего, нам сюда придется отступать сейчас. Сейчас что-то произойдет, скорее всего, какой-нибудь поток. Бля-бля-бля-бля-бум. Я же сказал, отступать придется. Предсказуемо. Мне показалось, или я видел там что-то еще? Парень, парень, вверх, 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 парень. Не смей умирать. Нет. Оба. Так, там доска. Была бы машинка, мы бы выломали типа ее, но... У нас нет ее. И ладненько, посмотрим. Ну, я думаю, мы без нее справимся. Хватит на ней кататься. Нам что-нибудь новенькое покажут, наверное. Бля, парень, а мы где? Здесь кислород есть? Здесь нормально, типа, все заебись. Трава. Типа мы вылезли из воды. Нихуя непонятно. Воу. Воу. Прикольно. Так, я понял. Давай еще раз. Ух ты ж, мудак. Проебал. Так, а там есть что-нибудь еще? Должно уж быть, наверное, да? Тупик там есть, да? Да, спасибо. Но мы типа опять в лес идем. Из леса в лес ты, короче, мигрируешь, да? Объяснений я больше не нахожу пока что. Но это странное какое-то место. Оно... Под куполом. Есть. Вперед из песни, парень. Назад. Хотя нет, скорее всего, наверх. Наверху что-то есть. Да хотя мы вниз идем. Ага, раскачка. Уи. И полетели. Ух, ебать, чуть не поломался. Оба. Лодочка. Бульк. Я знал, я знал. Ой, блядь, что это было? Не пугай ты нахуй так резко. Ебала ебаная. Бля, почти. Так, почти. Да ебаные сиськи. Опа! Все, вперед, погнали, парень. Так, там какая-то кикимора была, бля, хуй пойми что, дементор какой-то. О, я же сказал, мы сейчас эту хуйню вот так вот, бум, бич, и разъебем. Так, проплываем. Так, вылазь, парень. Сейчас нас попытаются схавать.
внутрь, нахуй. Внутрь, парень. Безопасность только внутри. Так. Окей. Вылазь, да вылазь. Допустим. Теперь мне надо обратно поднять ебучий уровень воды. Потому что, типа, парень сможет доплыть. А эта хуйня нет. Оба кислороду. Ну, типа, да. Или, типа, нет. Я не знаю, что я делаю. Но я что-то делаю. Ай, больно. Так. Угу. Я просто проебался, походу, знатно. Ладно. Вылазь, парень. Теперь понял. Вроде бы. Бля, сейчас какая-нибудь кикимора за нами точно погонится. Вон та хуйня. Раз она уже за нами следит. А-а-а, блядь, захлебнется. Сейчас начнет. Давай наверх. Оба. Есть. Есть, есть, есть. Сейчас там, по идее, должны ворота открыться. По идее. Да? Так, я надеюсь, на нашей же шлюпке. Да. Есть. Двинули дальше. Бесконечность не предел, как говорится. Бум. О. Я бы сказал, что это девочка, но это... Что ты? Что ты такое? Так. Окей, давай. Что ты такое? Тварина ебаная, я понял. А, сука, бля, я тебя вижу нахуй. Ай, блядь, промазал. Свет, сука. Почти съебался. Бля. А я думал, там какая-нибудь типа русалочка добрая. Ну да, бля, какие нахуй русалки да добрые. Да хуй пойми что, блядь. Съеби нахуй, блядь. А можно... Ужу. Ха! Сюрприз, блядь. Ужу. А, блядь! Вижу нахуй. А, блядь, вижу. Не трожь мою лодку, тварина ебаная, блядь. Я приду по твою душу, нахуй. А? А, блядь. Оба. Да, бля, нечестно. Честно, ну ты сука ебаная, Эй, сука, бля. Съебала нахуй отсюда. А ну не подходи к моей лодке, блядь. Трожь мое ядро, блядь.
Оно знаешь, какие, блядь, дела творит, блядь. Съебало нахуй, блядь. Полосатое чмо, блядь. Съебало нахуй, блядь, я сказал. Съебало, блядь. Нахуй съебало, блядь. Сиди там нахуй. Я не заметил первый раз эту хуйню. Так, а теперь можно спокойно бомбиться вверх. Тихо, тише, тише. Ты работаешь? Еще работаешь. Бум-бич. Мы на свободе. О. Замуровали тварь эту. Так, ладно. Что ж, придется прощаться с нашей великолепной лодкой. Опа! Прощай. Ты был мне как товарищ, который незаменим. Прощай. Так, сладненько. Мы, походу, где-то в районе Сити 17, где муравьиные львы сейчас будут вылазить, да? Так. Обычная дверца какая-то. Сейчас кто-нибудь откроет, нас ебанет, и мы такие, ай. Уехуеть. Парень, дверь. Как ты ноги не ломаешь. Ты добрый? Не, я не смогу, я не осилю в одно ебало, я пацан мелкий как бы. Окей. Бежим дальше. Так уж и быть. Да, вон вышка. В небе непонятное что, или это не небо. Такс. Куда мы движемся-то? Куда мы движемся? Нужно электричество, да? Ну да, ну да. Мужики, вы мирные? Ебать, там хуйня какая-то с дверями. 19-й что там? Так. Чё мы найдём? А вверху? Ничего непонятно. Тут мы нашли рабов. Так понимаю. Ебать, вас надо скинуть будет? Жестко. Надо, короче, туда влево пробиться к тому, походу, которого я клетку не смог поднять. Понял. Типа понял. Так, а тут у нас что? Допрыгну. Окей, значит вниз. Самый-самый низ. Поехали в самое дно. Как говорится, пробивать это самое дно. Так, тут не вода, то я думаю, сейчас в воду нахуй погрузимся и пизда. Глубоковато как-то, парень. Реально, походу, дно пробиваем. Смотрим, что у нас здесь. Цепочка. Ниточка. Ну и опять же, я не смогу целый вагон тащить в одно ебало. Так, мне надо найти эту установку, чтобы управлять людьми, так сказать. Тащить ее аж до сюда, чтобы я смог запрыгнуть. Походу мы сейчас одним будем управлять, но потом начнем всех все больше и больше подключать. Потому что оно так. Еще ниже. Подожди. Хочу посмотреть тогда, что здесь.
что мне это даст? Да, он рабы еще. Рабы-зомби, блядь, если быть точнее. Потому что хуй знает. Никаких признаков, блядь, не подают того, что не обычные люди, а просто какие-то болванчики. И не больше. Так, парни, я походу здесь застрял. Ага. Подкинете кто-нибудь? Бля, я ебанусь потом больно, правда, ладно. Так, окей. Я угадал, но... Опа. И не умер. Так, еще ниже, да? Окей, понял. Заплыв несколько раз. Окей, давай. Давай, парень, только не захлебывайся. Есть. Еба какая-то она тут, блядь, длинная такая, прям пиздец. Давай, парень. Мы творим революцию, блядь. Это как минимум. Оба. Я, блядь, сначала подумал, камера, потом такой, лампа, потом пулемет. Но все же это лампа. Е-пи. Окей. Главное, блядь, не упасть. Иначе это пиздец. Оба. Не я ими управляю. А, ух ты, нихуя себе. Они за мной все равно следуют за мной. Вау. Парни, за мной. Вот теперь мы реально захватим этот ебучий мир. А, он придержит, большая, типа, слишком. Так, парни, я спускаюсь. Ждите. Прошу на борт, парни. Поехали. Ну, блядь, захватим этот ебаный мир, блядь. Не сожрите меня только. Вперед, блядь. Творить дела. Так. Так. Там надо, короче, вагон небольшой сюда притянуть. Сможем? У нас как бы дохуя, короче. Я думаю, справимся. Всего лишь тут протянуть чуть-чуть. Всего лишь что там. Давай, пацаны. Во. А, он небольшой, блядь. Я думал, он гигантский такой. Грузовой. Это какая-то, блядь, микробина. Надо потом туда будет, наверное, походу подставить. Ага. Не, пацаны, спускай. Извините, кто-то упал. Нет, он не сюда, значит. А нет, сюда. Нет, не сюда. Ладно, пока тут поставлю. Пошли. Поднимай. Спасибо. Так. Знать, что я делаю? Но я что-то делаю. Спасибо, мужики. Так. И мы пришли. Бля, шлему пизда, парень, да? А, не глубоко, да? Окей, допустим. Ты уверен в себе? Уверен в том, что мы не провалимся. Капсула какая-то, смотри. Капсула с болванчиками.
Ага, понял. Понял, принял, обработал. Оба. Теперь нам должно хватить. Бунь, не на меня только. Фух. Так, мужики, вперед. Захватывать этот глупый мир. Тихо, ну не спотыкайтесь и позорьте меня. Так. Бля, у третьего шлем пропал, сука. Надо больше финансирования. Нужно больше обмундирования, экипировки. Прыгаем, парни. Бульк. О, вы такие же акробаты, как и я. Я удивлен. Парни. Я приехал. Мы теперь захватим этот ебаный мир. Ебать, у меня армия, нахуй. Так-то, бригадир, да, бля? Так, парни, сейчас поднимаемся. На второй, наверное, поднимаемся. Сбегаем кое-куда, еще пару человек заберем. Бля, шлем пиздатый. Вначале бы дали, было бы перстик. Так. Заберем парней здесь. Парни. Let's go, my comrade. Ух, ебать, мощь, нахуй. Босых работяг, бля. У них есть два мастера в этой группе. Вот они в касках, это два мастера таких. Которые, блядь, управляют, делят их напополам. Короче, у меня две группы есть, два отряда, нахуй. Персик, перфект. Так, там надо сейчас одного вытащить. Можно на третий подниматься. Парни, а вы что-нибудь это едите? Ой, ебать, у двух есть сапоги. Нихуя себе. Парень. Ой, вниз. Спасибо. Вот, давай, давай, давай. Hello. Еще им парень в семейниках, бля, в трусах, нахуй. Так. Ну да ладно. Непонятно. А я понятно, ладно. Они меня поднимут вверх, поскольку их много. Но они могут упасть. Я не хочу терять бойцов. Уи. Ой-ой-ой. Так, пацаны. Вверх. Есть. Оба. Тю-тю, мазафака. Ага. Понятно, все-таки надо ими поиграться чуть-чуть. Едем, 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 едем. Бля. До второго надо успеть. Ебать, у нас работяг сейчас будет. Простите. Немножко помучаетесь. Но это того стоит. Есть. Вперед, мой кумрад. Расцветала яблоня и груша попала. Наша, блядь, бригада. Ух, ебать, сейчас всем пизды мы дадим. Сука, рифму потерял, ну ладно. Бать, нахуй мне столько человек, это чтобы они меня подняли, что ли? Или мы реально сейчас начнем бунт? Блять, меня прикалывает тот, который в конце бежит почти. Он в семейниках, нахуй. Ну, я надеюсь, что в семейниках, иначе это страшно. А, у нас два даже. Так. Не толпимся, всем места хватит. Тихо-тихо, парни, стоп. Стой. Пускай. Опа! Есть. Дайте пройти, парни. Я все понимаю, блядь. Вы меня так любите, что окружаете, но... Дайте мне все же пройти. Так. Чё с этими делать?
Я их не хочу скидывать, но, по-моему, им похуй будет. Прощайте. Бля, надеюсь, я вас не убил. Там кусок чего-то отлетел настолько, что я в ахуе. Надеюсь, я их не убил. Потому что в реале с такой высоты упасть это смерть. А у нас, парни... Бля, будьте живы. Уху, живые. Вставайте, пошли. Пошлите, комрадс. Ебать, таху, у меня уже 3 группы, блядь. Захватим это здание, или что это, стену, блядь. Бункер 19, не знаю, что это за хуйня. Но мы теперь, блядь, творим нахуй дела. По чуть-чуть, по одному, по два, по три мы собрали нахуй армию для захвата не знаю чего. Но парень знает, пацан понимает, он фишку поймал, скажем так. Ну, блядь, если нас реально сейчас просто подкинут здесь и все, я обижусь. О, 20. Не, ну серьезно, пацаны, я не хочу, чтобы они там это... О, здорово. Чик-чик-чик-чик-чик. Ну да ладно, это немножко пиздец. А чё надо-то? Хочу его скидывать. Бля, серьезно? Оба. Он очухался во время полета, так что, блядь. Надеюсь, он жив. Так, парни, кажется, я понял. Мы будем штурмовать реально. Это ебучую крепость. Мы будем штурмовать ворота. Потому что они ходили ходуном. И этот чувак, он будет 21-м, блядь. Нет, он все-таки мертвый. Ну ладно. Парни? Эй. Хотя, ладно. Я разведу и вернусь за вами. Главное, никуда не уходить. О, шлем отключился. Там что, ими пушки, блядь? Так, 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 бежим, 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 парень. Бежим, 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 бежим. Есть. Успел, 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 успею. Успел. Непонятная какая-то хуйня. Хуйня мне сейчас нужна. А, я понял. Оба. Ой, як? Полетели, полетели, полетели. Давай, 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 давай. Есть. Есть. Пизда! Иисус Христос нас распиздорасило, блядь. Как так-то? Ага. Не-не-не, меня угандошит. Я понял.
да? Сука. Надо пройти эту ебалу, блядь. Опа. О, зато живы. Ага. Давай. Так, она сейчас ебанет, мы бежим. Понял, давай. Опа, есть. Все, нахуй, текаем отсюда, я не знаю, что это за хуйня, блядь. Тут такие, блядь, волны, что просто... Просто, блядь, пидорасит. Так. Бабах. Не успею. Бля, как это сделать так, чтобы я успел? Побахнуло. Отходим. Есть. Фу, бля. Ебать, пиздец, жесткая хуйня, нахуй. Что хочу сказать опять? Они опять снова. Они снова, а еще раз. Ну, короче, да. Надо заканчивать. Так что будем продолжать нашу басистую пати, вот эту, которая разрывает прям нахуй дребезги, уже в следующей серии. Так что всем спасибо за просмотр. Всем пока.